Вот одно из довольно редких растений Ленинградской области. Это вороний глаз. Его синевато-сизые ягоды выглядят довольно привлекательно. И у многих возникает желание ее попробовать. Однако делать это ни в коем случае не рекомендуется, потому что ягода ядовитая. И употребление ее чревато самыми разными, не очень приятными последствиями. Но вороний глаз можно встретить в лесах Ленинградской области не так часто. Вот здесь мы видим целое